Всем привет! Сегодня у мужа выходной. Мы поедем гулять, пока я еще не знаю куда. Сначала нужно съездить по делам мужа. Он успел вчера на работе посеять карточку, пока работал. Мы сначала поедем забирать его карту. Кто-то эту карту нашел и с ним связались. Вот представляете? Нарезаю детям с собой фрукты. Вот яблоки, бананы, клубника. Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Так, точно, капитан. Сына, ты сними шапку, а то тебе жарко будет в машине. И расстегнись. Угу. Элька во всем белом. Белые кроссовки, белый костюмчик, курточка. Кирюшка. Разноцветный, как обычно. Но ему белый носить нельзя. Уже к обеду, к вечеру вся одежда будет черная. Все, давай тебя повернем. Вот так вот. Муж забрал свою карточку, купил кофе. Мы сейчас поедем в город Паджу. Находится на расстоянии 52 километров. Ехать там примерно час. Мы на месте. Приехали в город Паджу. Это место называется Индинкак. Мы здесь впервые. Здесь большой парк. Очень много людей. Этот парк расположен всего лишь 7 километров от Северной Кореи. Здесь также есть аттракционы. Мы как раз сейчас идем вот туда вот. Кирюшка увидел, сразу захотел. По парку мы тоже погуляем. Там также есть еще канатная дорога. Ты тоже хочешь? О, ты тоже хочешь, да? Аттракцион, на который мне можно. Это вот паровозик. Тебе не страшно, сына? Не страшно? Американские горки для детей. Сына, тебе не страшно? Сына? Не страшно.
Не страшно? Все, держись крепко, держись двумя руками. Вот так вот, ага. Мама тоже будет держаться. А, сейчас поедем. Пошел за едой, возьмем хот-доги, не знаю, правда, что еще там внутри продает, а людей много не видно. Мальчики кушают фрукты, которые я брала с собой, муж купил так поки, шашлычок куриный, а у меня хот-дог. Сейчас у меня будет физкультура. Нужно будет крутить педали, чтобы этот лебедь съехал. О, мы едем. Я ж кручу. Тебе нравится? А высоко-то как? Я не буду смотреть вниз. Я не буду смотреть вниз. Просто буду крутить педали. Ладно, я посмотрела вниз. Вон там наш папа. Давай подожмем. А сейчас мы будем кататься на канатной дороге. Уже все вместе. Канатная дорога проходит над рекой.
북한 갈 거야, 북한. 빨간색 없어. 얘라 무서워. 뭐야? 아니야, 어때? 아니야, 저기 눈. 눈? 아니야, 저기 눈. 눈이 어디 있어? 이거 이거야. 오. 진가. 빨간색. 저기 있어서요. 빨간색 저기 있다. 와. 우와. 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 달리. 떨어지는 거 아니야? 아니야, 저기. 저기 있어요. 저기. 되게 스트레스 있나? 밑에 문 내려봐, 여기. 밑에 가면 안 돼. 아, 여기 상어 아니었어? 알았어, 저기 있어. 저기 있어, 알았어. 진짜. Мы перебрались на другую сторону. Именно с этого места очень близко находится Северная Корея. Нужно подниматься в гору. Заметно, как уже тяжело. Тут предупреждение, за забором могут быть мины, так что забор пересекать нельзя. Отдыхаешь? Это галерея. Чтобы посмотреть. Ой. Здесь была раньше американская база. Американский лагерь был здесь до 2004 года, ну а после закрытия здесь снимали дорамы, музыкальные клипы, вот «Потомки солнца». Вы все должны быть смотрели эту дораму, ее снимали здесь. И зарубежные фильмы тоже здесь снимались.
Очень слово. А, о, кой гака? Я не могу. Отсюда открывается красивый вид. Здесь есть сувенирный магазинчик. Ну и, конечно, Кирилл попросил купить ему игрушку. А я хочу купить магнитик. Иан, выйди оттуда, сына. Яна. Взяли мальчикам костюмы. Даже рюкзачки есть. На. Ури капельло? Капельти? Почему 하나 없나? 냉장고에? 이거 차석이야. 이거나 이거나. 이거. 이거 사자. 아 이것도요. 감사합니다. 113. Да. Шли в кофейню. Мальчишки кушают фрукты. Вкусно, сына. Покажи свой танк. Танк свой покажи. Вау, какой классный. А вот и наш папа. Вау. 어떤 거 이양입니까? 이양이 오레오. 어, 이거 안 돼 이양. 뭐야? 그거 아기 거, 어린이 거. 어, 맛있다. 이거 이거 양꺼예요. 어, 그 양꺼. 네, 이렇게 또르틱 내리자. 어디서? 어디서? 여기 хочет клубнику. 어디서요? Мы возвращаемся обратно. У нас будет кабинка с прозрачным полом. Вот там. Игоя, уйди. Ян. Ян, Ян, анде. Апарт
Садись с этой стороны, будет лучше видно. Давай. Ян, Йоги, папа. Здесь находится 38-я параллель. Получается, Северная Корея совсем близко. Это самая ближайшая точка Южной Кореи к Северной. Мы уже дома. Решили поужинать дома, потому что с Елем в кафе идти — это то еще испытание. Заказали супчик кимчи-чики. Также будем жарить мясо, которое осталось с дня рождения мужа. В прошлый раз, кто смотрел предыдущий влог, видели, что поужинать мясом мы так и не смогли нормально. У детей будет рисовые шарики.